Что еще хотела сказать? По поводу вчерашних анализов, которые с утра я сдавала. Анализы сегодня, результаты анализов сегодня пришли на почту. Анализы в норме. Все, что надо отрицательное, быть отрицательное. Сахар в норме, что очень-очень радует. А еще позвонил мой муж, он сейчас едет с работы и позвал меня прогуляться. Я еще не знаю, куда, как, чего, зачем, почему, но ведь это самое интересное. Это такой всегда сюрприз. Вот, так что сейчас пойду собираться. Что еще хотела сказать? Я хотела передать большой-большой привет Александру Климову. Большое-большое спасибо за то, что ты на меня подписался. Мне это очень-очень-очень приятно, мне это очень льстит, Саша. Я учла, так сказать, небольшую критику в плане видосов. Саша, я пыталась снимать в другом ракурсе видео. Саш, ты знаешь, это вообще как-то не получается. У меня либо видео сбивается, либо, ты знаешь... либо как-то я все время смотрю куда-то в бок. В общем, ужасно неудобно. Пыталась я на селфи-палке сделать. Вот, она почему-то там мне только селфи-палка реагирует кнопочка на вот эту, как её, на звук. Но никак не на включение видео. У Лёши, главное, работает на его мобильном, а на моем не работает. Саша, в общем, непонятная ситуация. Короче, я все это учла, все это помню. Я, конечно, попробую еще, постараюсь, но ничего не обещаю, честное слово, Саша. Ну, еще раз спасибо большое за то, что ты на меня подписался.